Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как обрезать видео в видеоредакторе YouTube. Это все делается бесплатно. Делается тогда, когда приходит жалоба какая-то на какой-то отрезок видео. И для того, чтобы сохранить ролик, не удалять его, это все делается в самом видеоредакторе. Для того, чтобы зайти в видеоредактор, нам нужно вначале попасть в творческую студию. Попадаем в творческую студию, нажимаем слева в панельку видео и выбираем видео, которое мы хотим отредактировать. Внизу, вот, там где сведения, нажимаем на левую кнопку мыши и слева в панельке редактор. Вот, друзья, мы уже попали в видеоредактор YouTube. Для того, чтобы начать обрезку, нам нужно вначале выяснить, где мы хотим отрезать. Для этого прокручивается видео. Вот, например, где-то вот здесь вот, нажимаем левой кнопки мыши, нажимаем воспроизведение. Вот, например, с этого участка мы хотим отрезать. Нажимаем левой кнопки мыши обрезать. Обратите внимание, у нас появляются две синих полосы слева и справа. Вот раз и два. Видите, внизу стоит разделить. Ставим, нажимаем на кнопочку разделить. И включаем видео. Где мы хотим разделить запись. Вот, например, мы хотим где-то тут разделить. Нажимаем стоп. И нажимаем клавиши мыши разделить. Вот видите, два столбика. Это участок, где видео будет разделено. Дальше левой кнопкой мыши нажимаем. И вот переносим темную графу с левой. С левого столбика в правое. Вот в этом районе звук и также видео будет вырезано и удалено. Вот можно посмотреть, как это будет выглядеть. Перематываем поближе. Нажимаем пуск. Вот. Видите, в этом месте будет обрезка как нашей картинки, так и нашего звука. Дальше нажимаем кнопку «Посмотреть». Вот мы уже видели. Вы можете еще раз посмотреть, где это обрежется. Потом идем выше и нажимаем кнопочку «Сохранить». Через 3-4 часа видео... Также звук в этом месте обрежется и ненужного момента не будет. Ну, я ничего не буду резать. Нажимаю «Отменить изменения». Также, если мы хотим обрезать в нескольких местах, нажимаем «Обрезать», «Разделить». Мы хотим тут разделить. Переносим до сюда, тут. Потом мы хотим разделить. Вот с 2 минут нажимаем разделить, переносим левой кнопкой мыши и вот здесь мы хотим разделить. Ну, здесь мы смотрим, нажимаем кнопку просмотр и в этих двух местах видео, а также звук обрежется. Нажимаем сохранить и через 4 часа обрезка завершится. Я отменяю изменения. Ну вот, в принципе, на этом все. Если видео было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.